Бакинским товарищам. Когда бы мел золотые горы и реки полные вина, все отдало бы за ласки взоры, и ты владела бы мной одна. Все отдало бы за ласки взоры, и ты владела бы мной одна. И не раз просила твою я руку, не раз просила я руку. Хорошо ли играю? Хорошо. Да вот че слыхала. О, чудес не понял моей муки жестоким сердцем и долатка. Полюби, сыграю лучше. О, чудес не понял моей муки жестоким сердцем и долатка. Thank you.
это страданием тронуты твоим. Поверь ты святости обета, беги с возлюбленным своим. Поверь ты святости обета, беги с возлюбленным своим. О, как же, милый, я покину свой дом, родную сторону, и ты заедешь на чужбину и бросишь там меня одну. И ты заедешь на чужбину и бросишь там меня одну. Похабничаешь, стало быть. О, Господи! А про молебен-то забыл. Службы Господней не слышишь. Хозяин получил от казны большой заказ. Хозяин надеется, что вы удвоите ваши усилия и выполните заказ в срок. А за хозяином спасибо не пропадет. Идите ко мне, и труждающиеся, и обремененные, и вас упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня. Яко кроток есть и смирен сердцем, иго бо мое благо, и бремя мое легко. Благоденственное и мирное житие подай, Господи, мир, тишину, здравие
дайте изобилие плодов земных и многое лето. Здоровье хозяина! Деревни мы к вашей милости на коня заработать. Россия! Матушка! Принять! И пусть
выпьют за здоровье хозяина. Слушаюсь. Женщина за ней глядит. Доктора надо. Да доктор даром не пойдет. Плати. А где деньги? Хозяин помочь должен. Хозяин добер, бобер. Да шкура жестка. Хозяин старик гнилой. В креслах сидит, губа виснет. На него надейся. Он поможет. В Баку вот, на промыслах, рабочих хозяева теснят. Мы должны это знать и чувствовать как собственную опасность. С массою своих трудящихся идти не страшно.
страшна наша разобщенность и одиночество. Борька! Борька! К тебе Борька из дома с вестями! Ну, кого Бог послал? На крестинах погуляем, значит. Прибавление вас. Двойней, а, Хотя. Вот сына хотим. Ну? Борька! Сын! Товарищи! Сын у меня родился. Наследник! Счастливее нас жить будет. На умную голову! Видя маленького жала, здесь Стерев в козой бежала, поглядеть хотелось, а как она вертелась. Эх, Васютка, кумарня, залегай, а ну давай веселее, милочка, не на похороны пришел, милая, радость какая. Сынка родил, ешьте воды, эх, хоть и потоки печь, хоть дай, но не пилишь, жена сына родила, и в тюпичку замела. Жена. Борис, что молчишь? Жена. Thank you.
решился я в город. Билет 4 рубли 1 копейка. В трактире 5-алтынной. Сороковкой кума угостил 47 копеек. Итого расходов 4 рубли 63 копейки. А на коня-то 40 рублев надоть. Я принужден нарушить течение вашей музыки. Предлагаю убрать главарей. Да-с, на заводе почистить не мешает. Зачинщиков и крикунов арестовали. Прошу простить, но принужден заметить. Аресты вызовут забастовку. Забастовка сорвет мне заказ. Thank you.
узнав о вашем усердии, хозяин поручил мне поблагодарить вас. Часики Петру, а? Стоящие часики, ничего не скажешь. Вот ты сам именные. Вы что, именные? Потесов! Бить стену носом. Ну, ты пугала. Подтяжкой серебряной пряжкой. Ой, братцы! Чего там? Голубчики с ключиком. Да. Слышь, Андрюха, это значит, как на ночь заводить, так значит, за печь уходить. Ой, Петр, ой, часики. Тихо!
Который час, Петр Петрович? Хозяина! Часы-то стучат, да не кричат. Часы для басы, а время знай по хозяйскому солнцу. В сортире били, так не забыли. Вот так! Тебя приходится, Петр Петрович. Да уж это как водится. Тут-то нож чесался у меня. Ну, будь здоров. До свидания, Николай Иванович. Счастливого пути, Николай Иванович. До свидания. Дешево тебя купили, Петр Петрович. Ребята, по местам.
головой. Чего? Почему орган молчит? Музыку запущай. Сейчас. Лодыри, лентяи, один ты только хозяину угодил. Я сам хозяин. Такой честь тебе, Петр Петрович, превыше всего. Только таких берегись, как Васька. Сволочь он, народ на забустовку мутит. Не ходи, не ходи. Васька. Вредного наслушайся. Сам вредный будешь. Не пойду я за ним. Мне конь нужен. Понимаешь? Конь нужен. И будет. Будет, Петр Петрович. Будет. За речи глаз. И огневые я награжу тебя конем. Уздечко, хлыстик золотые, вся девица шита жемчугом. Намазался черт, чернее поповой шляп. А ты меня поил, мать твою крест-накрест? Ребята мои, не пойдут. Слушаются они меня теперь. Уважают. Восставать не позволю. Ого. И не пойдут. Ах,
Сотни. Товарищи, положение в Баку становится все напряженнее, все тревожнее. Хозяева на уступки не идут. Рабочие промыслов держатся стойко. Но дома голодные дети, дома нищета и безнадежность. Медлить нельзя. Каждый день и даже каждый час промедления грозит тем, что стачка в Баку будет раздавлена, а следовательно еще раз прольется рабочая кровь, еще раз рабочие будут вынуждены согласиться на условия, диктуемые капиталистами, условия рабского, сверх сил человеческих, тяжелого труда. Забастовка солидарности назначается на завтра. Ни одного изменника рабочему делу не должно быть в наших рядах. Thank you.
Который час, Петр Петрович? А? Слушаются они тебя, Петр Петрович? А? 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 Он сволочь! Убью я, черт! Сейчас, обожди! Обожди! Постой! Пусти! Стой! Постой! Пусти! Пусти! Убить же его надо! Пусти! Хочу тебе, говоря! Ты погоди, погоди, а ты это, без кипятку, ты полегонечку, Петр Петрович, ты эдак камушек с дороги благословясь возьми, да в голову его тюк, тюк, тюк. А в деревне сейчас петухи поют. Поют, детки, петухи. Вот этой песочинкой шибани. В самый раз будет. Значит, темечко. Темечко, оно помягче будет.
меня трожь. Там че? Федор Петрович, там человека убили. Что это? Спасибо, ребятки. Я там. Там. Держи. О, Господи! Батюшки мои! Ишь ты, ротастай. Небось, жрать хочешь. Украли, сволочи. Деньги, что собрали бакинским рабочим, украли. И ты, чего ты? А вот я тебе сейчас чего это покажу. Часы, часы. Часы. Ишь ты, сам малой, а рот большой. За усердие от хозяина мне. О. За усердие от хозяина. Эти листовки
надо распространить завтра перед... Ты не встанешь завтра. Может, отложить? Нет. Забастовка должна состояться завтра. Она начнется ровно в 2 по тревожному гудку из кочегарки. Гудок, дашь ты. Слушай, Вась, будет так. Разрешите осмотреть квартирку? О. Ты чего сюда затесался? Действия твоей полиции известны, подлежат одобрению. Однако... Обыскать придется. Ну-с, приступим. Шума не производить, дитё не будить. Спит дитё. Ещё извещаем тебя... В первых строках нашего письма неоцененный супруг Петр Петрович в том, что благодетель, за которого денно и ночно Бога молим, Бога молим, помещик увел со двора пестроху с нителью. Чего? Пестроху с нителью. И извещаем. И слезно молим, поклонись в ноги своему начальству, попроси денег и беспременно пошли. А то барин за долги грозится все наше хозяйство в конец забрать. Беспременно пошли. А конь? Значит, не выходит у меня конь. Конь не выходит, ваша благородие. Эх ты, пестроха! Беспременно пошли.
товарищам передать. Сына береги. Не шуми! Давай, давай, не задерживай. Ну чего? Чего ты орешь? А вот я тебе пипишку отрежу. А эти вороны как сюда залетели? А я вот, видите ли, почтенница, всего наилучшего, бывает. Молодь, живой не уйдешь. Двугривенный вот. Никак не найду. Ах ты, стерва ты! Жадюга ты деревенская! Сволочь, предатель ты! Своих продал! Конь тебе нужен! А кроме того, что у коня под хвостом, ничего уж и не видишь? Ай-яй-яй! Гадина ты! Россия, матушка, нет рож. Ты меня сейчас не трожь. Запутался я что-то. Просил передать. Бросай работу. А коня? Что ж, ты мне дашь за усердие от хозяина. Не я, он мастер, имею претензии. Я правды дознаюсь. Я до хозяина дойду. Пусти. За мальцом поглядите. Thank you.
Laisse encore ce type de voyou. Вам, собственно говоря, миленький, что нужно? Ну, что же ты молчишь? Ты пришел, так говори. Ну? Mais il est complètement fou, le bonhomme. Ты что же, рехнулся, любезный? Эй, кто там? Люди, как вы смели всякого бродягу в дом пускать? А моя, берите трагиль, убрать. Всякая сволочь в комнаты лезет. Россия, матушка! Россия, мать твою! Бросай работу. Помни, ребята, ровно в два. Помни. Два по гудку из кочегарки.
Кочегарка по наездам, пуска не будет, не робить, не унывай, не пали духом, быть начеку, враг не дремлет, схвачен жандарми Васька, арестован Борис, борьба продолжается, теснее ребята вреди, когда мы теряем одних, тысячи других, заканчивает наше дело, забастовка солидарности состоится в назначенный час. Солидарности началась!